Дети должны быть под пристальным контролем, предупреждают сотрудники МЧС. Особенно не стоит родителям расслабляться, отправляясь с детьми на пляж или к водоему. Пришедшее в регион в середине мая летнее тепло благоволит отдыху у воды, купанию и речным прогулкам на лодках и катерах. Летние дни для спасателей поистине горячие, ведь именно в теплое время года нередко происходит происшествие на воде с участием детей. Инспекторы ГИМС МЧС России по Тверской области напоминают родителям о возможной опасности. Товарищи взрослые, не оставляйте своих детей ни на секунду без внимания. Не успейте оглянуться, как ребенок окажется в воде. Последствия могут быть самые печальные. Катаясь на лодках, дети до 12 лет должны быть обязательно одеты в жилеты. И жилет причем должен быть по размеру ребенка. Находясь на пляже, надо соблюдать правила поведения купания в массовых местах. То есть не заплывать за буйки, не подавать ложных сигналов опасности. Категорически запрещается купаться в местах, не отведенных для купания.